5 июля в актовом зале администрации состоялся совет имамов Хасавюртовского района под руководством имама муниципалитета Раджаба Хамирзаева. В работе совета вместе с имамами всех селений Хасавюртовского района приняли участие руководители отдела просвещения при муфтияте Республики Дагестан в Хасавюртовском районе Алигаджи Саид Гусейнов, первый заместитель главы администрации района Загир Гаджиевич Баташев, специалист администрации муниципалитета по делам религии Исрапил Дауд Гаджиев, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер 8 МЧС России по Республике Дагестан Казум Гаджиев и другие. В своем выступлении Раджаб Хаджи Ханмирзаев подвел итоги работы духовенства района, отмечая деятельность имамов и алимов как в своих селениях, так и в масштабах всего района и республики. Первый заместитель главы района Загир Баташев отметил важность совместной работы представителей духовенства и муниципалитета ради благополучия всего народа, что является общей целью. Алигаджи Саид Гусейнов рассказал о важности работы имамов, особенно в наше неспокойное время, когда ответственность за все происходящее все равно ложится на имамов. В ходе совета также обсуждались вопросы проведения еженедельных уроков в мечетях, своевременной перерегистрации мечети и обеспечения в них санитарной и пожарной безопасности, усиление ответственности имамов за исполнение возложенных на них обязательств.